Тема урока ⁇ Средства анализа и визуализации данных. Построение диаграмм. Сегодня мы узнаем, как с помощью электронных таблиц сделать информацию более наглядной и доступной. Для начала давайте вспомним. К основным средствам анализа данных относятся сортировка и поиск данных в таблице. Сортировка ⁇ это упорядочивание данных в таблице. Если в столбце записаны данные одного типа, например, числа, текст, дата или время, то их можно сортировать. Например, с помощью сортировки данные можно расположить по возрастанию или убыванию, а также по цвету ячеек, цвету шрифта и другим параметрам. Поиск данных в электронных таблицах осуществляется с помощью фильтров. Фильтрация это выбор и отображение только тех строк электронной таблицы, которые удовлетворяют условиям отбора данных. Теперь давайте перейдем к теме нашего урока и представим, что нам нужно обработать большую таблицу данных. Сразу понять табличную информацию, осмыслить ее и сделать быстрые выводы только с помощью средств анализа не получится. Так вот. Сделать табличную информацию более наглядной и легко доступной помогут диаграммы. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое диаграмма, каково назначение диаграмм, а также узнаем, какие типы диаграмм можно строить в электронных таблицах. Диаграмма — это графическое изображение информации, предназначенное для сравнения нескольких величин Диаграммы — это составной объект. В них можно добавлять различные элементы, например, заголовки, подписи данных, легенду, а также изменять оформление и тип диаграмм. В табличных процессорах можно строить диаграммы различных типов. Рассмотрим некоторые из них. График. График — это линия, применяемая для иллюстрации непрерывных изменений. Для построения графика функциональных зависимостей используется тип «точечная диаграмма». Давайте рассмотрим пример. Построим график функции. Значение аргумента x возьмем в пределах от минус 3 до 3 с шагом 0,5. В электронной таблице составим таблицу значений аргумента и функции. В ячейку B1 запишем заголовок график функции. Далее в ячейку А3 запишем x, в ячейку А4 y. Затем в диапазоне ячеек B3, N3 расставим значение x в пределах от минус 3 до 3 с шагом 0,5. В ячейку B4 запишем формулу. Равно B3 в квадрате плюс 3 умноженное на B3 и плюс 2 и скопируем формулу в диапазон ячеек B4, N4. Наша формула содержит относительные ссылки, поэтому автоматически изменяется. Теперь мы получили таблицу данных для построения графика. Выделим таблицу вместе с заголовками, то есть диапазон ячеек A3, N4. Теперь на вкладке «Вставка» в разделе «Диаграммы» Выберем тип диаграммы «Точечная». А в раскрывающемся меню выберем вид «Точечная с гладкими кривыми». Мы получили график зависимости «Y» от «X». Теперь отформатируем наш график. Для этого щелкнем по диаграмме, которую нужно отформатировать. Появится раздел ленты «Работа с диаграммами» с дополнительными вкладками «Конструктор», «Макет» и «Формат». Введем название диаграммы. Введем название осей. Название горизонтальной оси x, а вертикальной оси y. Переместим их на диаграмме. Удалим легенду. Для этого на вкладке «Макет» в разделе «Подписи» нажмем на значок раскрывающегося меню «Легенда» и выберем «Нет». Или выделим легенду и нажмем кнопку «Delete». Уберем линии сетки. Для этого на вкладке ⁇ Макет ⁇ в разделе ⁇ Оси ⁇ нажмем на значок раскрывающегося меню ⁇ Сетка ⁇ и установим режим ⁇ Не показывать горизонтальные линии сетки ⁇ В результате наша диаграмма примет следующий вид. Рассмотрим следующий вид диаграммы ⁇ Круговая диаграмма. Если сравниваемые величины образуют в сумме целое или 100%, то используют круговые диаграммы. Круговые диаграммы удобно использовать для наглядного изображения соотношения между величинами. Она представляет собой круг, разделенный на секторы, пропорционально отображаемым значением. Рассмотрим пример. Пользуясь данными, приведенными в таблице, нам нужно построить круговую диаграмму, отражающую соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе взрослого человека. Итак, перед нами таблица «Примерный суточный рацион взрослого человека со средней физической нагрузкой в граммах». Выделим диапазон ячеек А3, Б7. Теперь на вкладке «Вставка» в разделе «Диаграммы» выберем тип диаграммы «Круговая». Вид тоже круговая. Теперь отредактируем диаграмму. На вкладке Конструктор в разделе Макеты диаграмм выберем любой понравившийся макет. Например, макет 6. Исправим название диаграммы. Мы получили круговую диаграмму, отражающую соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе взрослого человека. По данной диаграмме можно сказать, что даже и без указания чисел мы можем видеть примерное соотношение рассматриваемых величин, что бывает очень удобно. При построении круговых диаграмм необходимо помнить, большое количество данных затрудняет восприятие информации, поэтому такие диаграммы не применяются более чем для 5-6 значений данных. Следующий тип диаграмм ⁇ гистограмма, или ее еще называют столбчатая диаграмма. Гистограмма используется для сравнения нескольких величин. Она состоит из параллельных прямоугольников столбиков одинаковой ширины. Каждый столбик показывает один тип качественных данных и привязан к некоторой опорной точке горизонтальной оси ⁇ оси категорий. Рассмотрим пример. По данным, приведенным в таблице, нам нужно построить гистограмму, характеризующую соотношение русских единиц длины. Итак, перед нами таблица «Неметрические единицы длины». Для того, чтобы построить гистограмму, как и в предыдущих примерах, выделим диапазон ячеек А3-B10. На вкладке «Вставка» в разделе «Диаграммы» нажмем на значок раскрывающегося меню «Гистограмма». Здесь выберем «Гистограмма с группировкой». Отредактируем получившуюся гистограмму. На вкладке «Конструктор» в разделе «Макеты диаграмм» выберем любой понравившийся макет, например, «Макет 4». Как видим, этот макет не предусматривает название диаграммы. Добавим название сами. На вкладке «Макет» в разделе «Подписи» нажмем на значок раскрывающегося меню «Название диаграммы» И выберем название по центру с перекрытием. Мы получили гистограмму, по которой мы можем наглядно сравнить несколько величин и быстро ответить на вопрос, какая величина самая большая, а какая самая маленькая. Также в электронных таблицах можно строить ярусные диаграммы, или их называют гистограммы с накоплением. Они дают представление о вкладе каждой из нескольких величин в общую сумму. Рассмотрим пример. Пользуясь данными, приведенными в таблице, построим ярусную гистограмму или гистограмму с накоплением, отображающую вклад каждой из трех дисциплин в общую сумму завоеванных медалей. Выделим диапазон ячеек А3-D6. На вкладке «Вставка» в разделе «Диаграммы» нажмем на значок раскрывающегося меню «Гистограмма». Здесь выберем «Гистограмма с накоплением». По данной гистограмме видно, в общую сумму золотых медалей большой вклад внесли лыжные гонки, а в завоевание бронзовых медалей — биатлон. Как вы видите, основная цель диаграмм и графиков — сделать информацию наглядной и легко доступной для восприятия. А теперь давайте вспомним, что мы сегодня изучали на уроке. Диаграмма — это графическое изображение информации, предназначенное для сравнения нескольких величин. Причем диаграмма — это составной объект, в который можно добавлять различные элементы, например, заголовки, подписи данных, легенду, а также изменять оформление и тип диаграмм. Различают несколько типов диаграмм. График эта линия применяемая для иллюстрации непрерывных изменений. Круговая диаграмма показывает соотношение величин. Она представляет собой круг, разделенный на секторы, пропорционально отображаемым значением. Гистограмма используется для сравнения нескольких величин. Она состоит из параллельных прямоугольников, столбиков одинаковой ширины. Каждый столбик показывает один тип качественных данных и привязан к некоторой опорной точке горизонтальной оси ⁇ оси категорий.